Здравствуйте, уважаемые коллеги. Сегодня мы с вами встречаемся по теме довольно актуальной, потому что каждый из нас когда-то в своей жизни должен выбрать для себя свою стезю, свое направление, свою сферу, в которой мы можем себя проявить в той или иной степени. Самое страшное то, что иногда этот выбор бывает случайен. Я бы даже сказал больше, что этот выбор бывает абсолютно не относящимся к выбору самого человека, потому что так сказали родители. Поступила или поступила, но куда пошла подруга или друг подруг, да, друг пошел, или так далее. То есть здесь вот получается очень своеобразная история часто, и человек на протяжении энного количества времени обучается тому, что ему совсем не его, и то, что ему не нравится, и то, что он понимает, что просто нужно. И надо выбор следующий. Ну, для молодых людей иногда нужно просто, чтобы было высшее образование. Неважно, какое, чтобы было. Ну, понятная логика, но, честно говоря, странная, потому что лучше сразу выбирать правильно, нежели чем потом искать себя. А мы знаем также одну очень интересную историю, то, что человек после получения высшего образования, даже если мы говорим о бакалавриате, хотя бэчелор, да, бакалавриат, это холостяк буквальный период, то есть это, условно говоря, не полное высшее образование, как мы бы сказали в советское время, а когда я учился в Будапеште, просто в Венгрии бакалавр – это среднее образование, у них первичное высшее образование – это магистр. Это тоже довольно интересный подход. Но вот в данном случае, когда человек получает хотя бы первичное высшее образование, он вроде бы должен иметь отношение к чему-то. Некоторые сразу начинают называть себя интеллигенцией. То есть интеллигенция, переведу с итальянского, интеллигенция – это человек с высшим образованием. Есть у меня отдельная лекция, называется она «Интеллигенция и самоактуализация». Довольно своеобразная тема, просто я поясняю, что самоактуализированная личность в западном варианте, а в американском или в европейском, в русском варианте воспринимается как псих. А интеллигентный человек в русском восприятии – это не человек с высшим образованием, это человек, имеющий особую культуру. И эта культура формируется очень постепенно. Все-таки я вот постарался приравнять то, что они считают как самоактуализацию, к интеллигентному человеку. У нас таких людей тоже очень много. Это совсем не те люди, которые имеют, я не знаю, там, диплом бакалавров или магистров, там, или там, кандидатов, или докторов наук. Совершенно нет. Там абсолютно все по-другому идет. Но ключевым сегодня для нас является следующее. Возможность выбора той сферы деятельности, для которой вы, в принципе, каждый из вас, каждый из нас немножко настроен на цели. Я много раз говорил, что единой сферы деятельности для человека быть не должно. Их должно быть несколько. Допустим, у меня 4 высших. Почему? Я не в том плане, что какой-то уникальный или прочее, просто потому что я понимаю, находиться в русле только одного образования бывает весьма, ну, не то что скучно, можно выгореть. А когда ты находишься на, как бы сказать, на соприкосновении нескольких дисциплин, нескольких наук, ты начинаешь немножко по-иному воспринимать, по-иному мыслить, и это тоже бывает очень важно. Вот, ну и сегодня, соответственно, давайте немножко разберем такую очень важную тему, а именно это профориентация и профконсультирование. И сегодня мой замечательный собеседник – это Иван Федуков, магистрант психологии. Вот, это Уральский федеральный университет. Но на самом деле каждый из нас когда-то учился, важно то, чем мы занимаемся и что мы делаем. Просто каждый из нас постепенно немножко повышается в разных своих градациях, степенях и прочем. И здесь для нас гораздо важнее другое, что то, чем человек занимается, и то, что для него важно. Вот, Иван, здравствуйте. У меня к вам такой вопрос очень важный. Скажите мне, пожалуйста, как вы вообще пришли к такой теме, как профориентация? Я пришел к этой теме просто потому, что понимаю на своем опыте, насколько это важная тема для меня, в том числе из-за того, что первое образование, которое я получил, оно было все-таки ошибочным. И я понимаю то, что я очень много сил, эмоций, времени потратил на то, что обучался тому, что мне не нравится, по сути. И факт того, что если пройти определенную профориентационную работу,
Можно просто понять свои сильные стороны и найти ту стезю, в которой ты хочешь работать, и не тратить время на обучение на том направлении, которое тебе просто не нравится. А что сподвигло вас на выбор предыдущей специальности и какова она есть, как она называется? Я немножко расскажу о своем пути. Это будет очень такой показательный пример, как не нужно делать. Это тоже важно. 10-11 класс, на носу ЕГЭ, и у меня абсолютно нету никакого понимания, какая профессия мне нравится, какое направление, какие у меня сильные стороны. Конечно, профориентационная работа у нас в лицее была. Тестирование, делили нас на классы, там, физико-математические, гуманитарные. Но, если честно, это такая форма, такая формальная была, чтобы было. И действительно, какой-то практический, может, да, для меня информации я не получил. А вот как вы говорили, вот примеры, почему выбирают какие-то направления. Там, друзья пошли. Вот в моем случае все-таки большое влияние было именно родительское, потому что у меня не было своего понимания, и родители так направили в нужном направлении. Но это, безусловно, не было какой-то директивной формы, что только туда. Они со мной это обговаривали, спрашивали, и у них было такое представление: раз я от безделья очень много времени провожу за компьютером, значит, вот эта стезя моя, и нужно какие-то направления с компьютером. А так как у меня такой сложившейся картинки не было, что именно, я такой, ну, почему бы и не попробовать. Обучение и подготовка к поступлению было очень тяжелой, не было мотивации, системы определенной, и, если честно, не очень такие и баллы получились. И в конечном итоге то направление, которое задумывалось, все-таки не получилось поступить. И мне предложили там родители смежные направления. Это практически одно и то же. Пойдешь именно. И именно это направление очень похоже. И по сути никакой разницы нет. На самом деле разница была абсолютно большая. Одно дело, когда ты программируешь, другое, когда ты работаешь с определенными кабелями, как прокладывать, с маршрутизаторами и коммутаторами, но все-таки мне, конечно, предлагали... Можете не интриговать и объяснить, что у вас за специализация, что у вас за образование? Да, это инфокоммуникационные технологии и системы связи. Вот, и, конечно, было предложение, можешь пойти на платное, но решил, на что научился, на то научился, и поступил туда. И, если честно, первое понимание, и вот важный первые 2 года, когда общие предметы идут, изменить именно профессию, если ты понимаешь в какой-то момент, что она тебе не подходит. Потому что это понимание уже приходит очень быстро, когда проходят первые предметы технические, общеобразовательные, что тебе не нравится. Ты приходишь просто потому что это надо. И я поймался на мысли, потом думая, какие предметы мне вот за 4 года, ну, чуть больше, 4 года обучения понравились. Я пришел к тому, что из всего многообразия технических предметов мне, если честно, больше всего понравилась история. Это такой показательный момент, что что-то точно идет не так. Какое-то время это просто тянулось, я мучился, даже один раз отчислялся из-за плохих оценок, но в конечном итоге родители настояли на том, чтобы я закончил. Мне кажется, это все-таки правильное решение. Во-первых, это профессия определенная, на которой я могу уже зарабатывать, и возможность дополнительная, которая в том числе открыла мне возможности, это магистратура. Законченный бакалавриат дал мне возможность как раз сменить профессию и уже учиться там, где это нравится. И вот я решил после там, 6 месяцев, что это точно не мое, когда ты уже работаешь, и ты уже понимаешь, что это через такую силу, что тебе приходится столько усилий прикладывать, это приходит абсолютное понимание, что надо что-то делать. И пришел я к тому, что нужно вообще разобраться в том, что мне нравится. Безусловно, это мнение близких, какие-то собственные, первая книга по психологии, собственные какие-то представления, что мне нравится. А что это было? Что за книга?
Питерсон «Противоядие от хаоса. 12 правил жизни». Потрясающая книга. Это вот главная моя книга «Путешествие в мир психологии». И когда ты, я потом сдал экзамены вступительные, довольно успешно поступил на бюджет. И вот сейчас прошел практически год моего обучения, я понимаю, что это очень быстро было увлекательно, новые социальные связи, мне очень безумно нравится учиться, взаимодействие даже с преподавателями, и я уже понимаю, что через год после того, как это все путешествие маленькое закончится, что я буду очень скучать по этому, уже даже на этом моменте. Это не то техническое образование, которое я получал, господи, когда это закончится, а когда ты действительно уже не успеваешь даже посмотреть, а уже год пробежал. И вот это все подводит к тому, насколько это важно именно найти свою профессию и избежать тех ошибок, про которые мы говорим. Вот действительно, мне казалось диким, когда я слушал ваши лекции, говорили, вот люди выбирают профессии, потому что подруга тогда пошла, или друг. Действительно, я встречал таких людей, да больше скажу, у меня мой близкий друг, с которым мы закончили институт, он выбрал именно данный институт из-за того, что он был просто ближе к дому. Вот настолько к выбору профессии относятся несерьезно. И чтобы молодые люди избежали этих ошибок, мне кажется, профориентационная работа – это важный аспект, про который нужно говорить и уделять на этом акцент. Я немного поразбирался в этой теме, и чтобы это было намного показательнее, я решил посмотреть статистику, как вообще по России дела обстоят по этому вопросу. Есть определенное такое понимание в статистике, что нет точной цифры, вот столько людей не работают по данной профессии, но есть определенное понимание, сколько точно не работает. Статистика варьируется в таком диапазоне от 30 до 50% по разным оценкам. 30%, что по профессии не работает Росстат. Некоторые министры науки и высшего образования говорят, что около 50-47% не работает по образованию. Также есть статистика хедхантера, которым действительно важно понимать, как рынок работает, тех людей, которые предоставляют работу, ищут работу, и примерно 40 респондентов не работают по той профессии, которую получили в ВУЗе. Около 20 кандидатов некоторое время работали по специальности, но быстро перешли в другую отрасль, преимущественно в производстве и транспортную сферу. Среди нынешних студентов планируют развивать карьеру по своему профилю только 61%. И мы уже складывается определенная картинка. Это условный процент, но вы знаете, даже если мы берем разные государства, там министры разных сфер иногда имеют не то образование, министрами коего они наличествуют. И вот это очень забавно бывает, это тоже такой весьма существенный показатель. Но для меня важно немножко другое сейчас. То, что выбрали эту сферу, это на самом деле слишком проблемная, слишком актуальная тема. Вот скажите, пожалуйста, в школе, вот когда вы все это начинали, вас по Евгению Александровичу Климову проводили, да, вот по его системе «Человек знаковой системы», «Человек-человек», «Человек природы», было такое, да? Или что-то другое, что вам давали, какие диагностические средства вам давались для того, чтобы определить, к чему вы более предрасположены? Это было определенное тестирование, и я так понимаю, что это по Климову было. А остальное – это только именно, как я говорил, разделение по классам, определенное понимание. Только по классам. Ну, вообще еще. То есть получается чисто формальное деление такое, то есть каждый для себя выбирает что-то свое. Если родители имеют какую-то там профессию, то, наверное, отпрыска своего нужно направлять именно в том направлении, как быть должен. Насколько я правильно понимаю, да? То есть там какой-то другой вариант быть не могло. Вот, вы знаете, здесь, когда мы с этим сталкиваемся, эта проблема очень специфическая, потому что в свою бытность система, допустим, Климова, да, она слишком хорошо известна, она хорошо работает. Проблема только немножко в другом. Одним этим тестом мы не можем обходиться, и нам нужен какой-то инструментарий. Скажите,
А какие еще инструменты диагностические можно использовать, но вот тем молодым людям, которые в скором времени оканчивают школу, чтобы немножко выбрать, куда же, собственно говоря, поступать? Что вы можете порекомендовать? Безусловно, первое – это определенный опросник Евайши, склонность к различным сферам деятельности, про которые, можно сказать, он дает понимание о скрытых мотивах, почему именно данная профессия тебе нравится. Он, это определенные утверждения, варианты ответа и определенные склонности. Это, безусловно, карты интересов. Опросник. Это цель именно выявить направление, какое может быть полезно, которое может нравиться именно будущему студенту, например. Там в зависимости от его интересов, по сути, задаются определенные вопросы и выставляются по градации. Очень нравится, там, например, знакомиться с жизнью растений и животных. Выставляется очень нравится, нравится, безразлично, не нравится и очень нравится. Это, безусловно, ну, тест Климова, про мы только что обсудили. Это все-таки тоже сильная методика, но довольно уже не актуальна. Тест множественного интеллекта Гарнера, безусловно. А вот это уже интересно. Вот здесь я просто немножко дополню. На, допустим, человеческом канале ВКонтакте у меня есть и в Ютубе, и на, как это называется, подкасте «Психология для жизни». Вот отдельная есть передача, посвященная множественному интеллекту Гарнера. И, безусловно, эта идея очень важная. Вот что у него очень интересного. Для каждого человека есть, ну, у каждого есть свои как бы уровни, свои градации интеллекта. Все уровни интеллекта немножко по-разному выстроены. Но те интеллекты, которые более всего выражаются, с этого нужно начинать обучение. За что я Гарднера, города Гарднера очень уважаю. Вот, то есть логика в следующем. Нет тех, кто бездарен. Есть те, у которых просто отдельно. Интеллект более выражен. Если у вас не получается с математикой, это не означает, что у вас низкий интеллект. Это означает то, что вы немножко не тем занимаетесь. И у Гарднера сначала было 10, потом 14 типов интеллекта и так далее. То есть вот эта вот тематика, но вот классическая история. Это порядка 70 вопросов, если 10 типов интеллекта мы берем, где мы можем в некотором плане довольно подробно все эти вещи рассмотреть. Хорошо. А вот теперь давайте еще рассмотрим некоторые методики, потому что на самом деле люди, которые хотят выбирать для себя профессию, да, конечно, нужен профессионал, который будет это немножко направлять, изучать, но, вы знаете, иногда бывает по-разному. Я всегда говорю, я людей делю на три типа. Первый – это ремесленник, в плохом понимании этого слова. Второй – это специалист, и третий – специалист от Бога. Но главное, чтобы он не был со справкой, где будет написано, это от меня и подпись Бога, и печать. Это к психиатру. Вот. Иногда бывают три варианта. То есть есть люди, которые реально на это настроены и этим живут. Есть люди, которые неплохо функционируют, а есть люди, которые просто выполняют какие-то задачи. К сожалению, чаще всего, когда мы приходим в школу, в поликлинику, да, неважно куда, мы сталкиваемся с первой категорией людей, которые просто выполняют какие-то свои роли, потому что ну, так сложилось. Ну, иногда просто нужно выбирать какую-то стезю, они выбрали, она им не сильно нравится, но получается так, как получается. Вот. И, соответственно, к сожалению, также есть одна очень серьезная проблема. Вот когда мы говорим о школьных-психологах, я к ним отношусь, ну, я бы сказал, не то что настороженно, но очень своеобразно, я поясню. Сейчас у нас есть очень своеобразная практика, называется она профессиональная переподготовка. То есть, если человек по образованию имеет университетское образование, допустим, педагогический учитель географии, он за год или чуть меньше может получить, пройдя профпереподготовку, профессию психолога и начинает работать. Вот скажите мне, пожалуйста, хирург за год может быть, может статься хирургом? Не знаю, летчик за год может статься летчиком? Нет, летчик может статься хирургом, скорее проктологом, да и то очень неудачно, мне кажется. Вот, поэтому, конечно, возникают некоторые вопросы очень серьезные. Вот сама эта традиция, с одной стороны, она позволяет нам немножко вроде бы развиваться в каких-то сферах, а с другой стороны, она настолько
примитивизирует вот эти все моменты, что становится немножко грустно, потому что иногда люди думают, что психологи, они все такие. Они не понимают, что это психолог от роду год, а может быть полтора. А психолог – это профессия, где нужно вызревать. Я даже больше скажу, не то, что вызревать. Психологическая стезя – это философия. Вот сегодня я как раз уже подготовил лекцию, сегодня ее опубликую. Называется она «Психология и общество». И там я объясняю, что, собственно говоря, сейчас мы с вами находимся в том периоде, когда общество стало психологичным. Большинство людей стало мыслить психологически. Очень многие говорят, что они абьюзеры, у них есть абьюзеры. Кто-то говорит, что они, как бы сказать, склонны к каким-то отсрочиваниям принятия решений. Кто-то говорит, что они там холерики, флегматики и прочее. То есть они начинают, кто-то говорит, что им нужно закрывать гештальт. Понимаете, мы здесь сразу имеем дело со следующим. Люди стали мыслить в русле психологических каких-то терминов. И сейчас, получается, общество психологизируется. С одной стороны, здесь много плюсов, потому что очень многие люди пошли в психологию. И психология стала частью философии. То, что в лекции объяснил, психология стала частью жизненной философии. Она оказалась гораздо важнее. Я очень не хочу, чтобы это было важнее религии, потому что в целом религия – это то, что иногда человека держит в рамках и то, что позволяет ему сохранять в себе человеческий облик. Религия – это очень важно, это очень ценно. Но сейчас в разных странах мы смотрим, религия уходит на второй или на третий план, а психология выходит на первый план. Саморазвитие, допустим, самосовершенствование – это оказывается гораздо важнее. Да? Вот эти тематики оказываются очень важны. И здесь мы должны понимать один момент. Допустим, сейчас, да, общество становится очень психологическим. Когда-то, в 80-е годы, когда я пришел на психфак МГУ, нам говорили, психология – это наука будущего. Я улыбался и понимал, конечно, это наука будущего. Потому что в настоящем я ее не видел. Когда в середине 90-х я получил диплом психолога, я даже пошутил, что это диплом космонавта-любителя. В середине 90-х годов диплом психолога, ну, действительно космонавт-любитель. Построй себе ракету и лети куда хочешь отсюда подальше. Вот, условно говоря, посыл был ясен. Но мне посчастливилось, я пошел в аспирантуру, я очень благодарен моей аспирантуре. На самом деле это было уникальное знание, уникальный опыт, и это дало мне очень многое. И тогда я наконец-то почувствовал себя будущим профессионалом. Постепенно я стал постигать эти азы, и мне это стало нравиться гораздо больше. Я стал понимать, что имею какую-то привязку к реальности. Это было очень важно. Ну, а постепенно стало складываться как-то постепенно, да? Но вот здесь вот важный момент другой, что здесь профориентация, с одной стороны, для меня была немножко осмысленна, но с другой стороны, она была очень, ну, как бы сказать, неопределена, вот, диффузна. Почему? Потому что мне это нравилось, но это ничего не давало. А психолог, условно говоря, это как философ. Но ты выходишь в мир, ну, как обычно, вот мы спрашиваем, я понимаю, философия – это основа знания. Любую науку, с которой мы начинаем, начинается с философии. Философия – это основа всего. Если вы умеете правильно формулировать свои мысли в соответствии с философскими принципами, это очень сильно. Вы уже понимаете, чего вы хотите. Но большинство людей, когда мы их ловим на улице и спрашиваем, какой философ, они скажут, это люди, которые ходят философствуют. Там, ну, что есть жизнь, там, там, вот, Бог дал, Бог взял, там, условно говоря, там, нужно по-философски смотреть на происходящее. Ну, философы – это, условно говоря, странные люди, которые непонятно чем занимаются для обывателя. Вот когда-то психологи также воспринимали. Сейчас, слава богу, психолог воспринимается немножко по-иному. И уже появилось некоторое восприятие и понимание, чем он занимается, уже понятен предмет. Чем психолог занимается, уже понятен, как бы сказать, образ психолога. Но в лекции я не то что рекламирую, просто коли сейчас она у меня уже завершена, вот, если будет интересно, она будет у нас до вот данной передачи вот с Иваном опубликована, и, соответственно, будет желание посмотреть. Все, больше об этом не говори, идем немножко дальше. Просто это все очень взаимосвязано, так сложилось, ничего не поделать. Значит, смотрите. Когда мы начинаем работать, допустим, с выбором будущей профессии, нужно все-таки иметь некоторые, ну, с одной стороны, конечно, нужно по возможности найти специалиста, который может все это объяснить. С другой стороны, нужны какие-то отдельные тесты, определенные какие-то методики, при помощи которых можно
сделать определенные выводы. Как я сказал, конечно, методика Климова, ну, частично помогает, но, поверьте мне, она дает весьма условное обозначение. Вот. Какие еще методики вы можете здесь предложить, Иван? Задаю вопрос вам, потому что на самом деле эта тема такая тоже важная, и мне очень приятно, что вы этим занимаетесь. Безусловно, сейчас еще при институтах занимается именно профориентацией, подготовкой именно, чтобы абитуриент понимал, какую профессию он может выбрать, какие у него способности, и это, конечно, профориентатор от Высшей школы экономики. Это очень показательный, он состоит из 35 вопросов, предпочтения и первый блок, а второе про способности. И после анализа психолога вам высылаются данные, какие направления вам больше подходят, и определенные даже тестирования, насколько у вас там способности, например, в данном направлении, какой вы можете уровень показать. Еще частенько я слежу за психологами в школах, которые как раз подготовкой профориентации, про которую мы говорили, и используется матрица выбора профессии Резябкиной. По сути, это два вопроса, с кем или с чем вы бы хотели работать, и второй вопрос, чем бы вы хотели заниматься. Там определенные два вопроса утверждения, управления, например, обслуживания и типы взаимодействий. И как раз отвечая на какой на этот вопрос, тебе выдаются определенные профессии, в которых, скорее всего, у тебя будет успех. Безусловно, индивидуальный подход с психологом, который вот профориентацией занимается, это очень эффективно, учитывая, что действительно какой-то личностный подход будет. Но это действительно очень дорогая затея все-таки. Например, если в цифрах говорить, различные тесты предлагают УРФУ профориентационные, это там 2500, а если заниматься с психологом, это такая длительная история, и в финансовом вопросе это будет дороже, безусловно. Ну, я могу дополнить, простите, что перебью, что всякая работа нуждается в оплате. Да? Если работа бесплатная, она обесценивает себя, и тогда мы получаем немножко странные вещи. А вот психологическая работа – это та самая тема, когда вроде бы человек работает только со словом, и вроде бы он просто болтает, некоторые считают. Кто такой психолог? Тот, кто болтает. Нет, он не болтает, он работает с подсознанием клиента. И вот это очень важно. Поэтому, когда мы говорим о профориентации, человек, который работает с потенциальным, как бы, да, вот, будущим абитуриентом, эти вещи нужно очень четко прорабатывать. Поэтому здесь, конечно, оплата должна быть. И не стоит здесь в некотором плане экономить, потому что дальше будет гораздо дороже. Если вы оплатите обучение отпрыска, ну, не туда, не там. Вот это будет гораздо сложнее. А скажите, Иван, а как вы относитесь к модели Голланда? К модели Голланда отношусь положительно. Ну, там 6 типов личности. Да, 6 типов личности, да. Я как раз вот эту методику использую в своей работе. Расскажите, пожалуйста, о ней. Да, это важно. Это, по сути, это связь психологической особенности с определенной ориентацией человека, ориентации на профессию. А используются там три методики. Это мощнейшие такой особенности личности. Это Кител, который... Ну, как не же? Только типы, три типа там, да? Есть реалистический, социальный, исследовательский, предпринимательский, аналитический, конвенциональный, условно говоря, так. Если я немножко про другие, да. Кител и Голланд, да. Кител – это такой мощный инструмент психологических особенностей, там 16 шкал, там нон-конформизм, конформизм, да. А? 16 ПФ, имеется в виду, просто название, не только можно. Так, да. Скромность, невротизм, и вот как раз психологические особенности отвечают именно Кител, а Голланд – это, да, 6 типов личности, конвенциальный, там, реалистичный, предпринимательский, артистичный, и он дает абсолютно такое понимание, в какой сфере тебе ближе и лучше будет работать. Это такое разделение,
а-ля вот как раз по которому типы интеллекта. Только тут скорее типы личности обсуждаются в общем плане. И, но там делаются характеристики, да. 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 И, безусловно, это очень сильная методика, с помощью которой мы попытаемся именно найти связи, которые существуют или не существуют с психологическими особенностями. Вот. А еще какие методики? Вот, допустим, родители, которые хотят для отпуска выбрать правильную стезю. Какие еще методики вы можете порекомендовать? Мы уже сказали по поводу Голланда, допустим, да, по поводу Климова, мы сказали по поводу Говарда Гарднера. Но на самом деле Гарднер, на мой взгляд, он является в некотором плане базовым, потому что там сразу видно, какие типы интеллекта более развиты, с чем нужно работать. Я безумно люблю Гарднера, потому что я считаю его гением. Мне кажется, он и так, без моей точки зрения, он им является, но на самом деле просто это очень интересный подход. А еще какие подходы вы можете здесь назвать, какие методики могут быть уместны? Потому что, смотрите, в школе традиционно используют 2-3 методики всего лишь навсего и хватит. А мы понимаем, что 2-3 методик иногда не хватает, потому что истина всегда посередине. Нужно очень внимательно наблюдать, смотреть на ситуацию, как бы, да, вот немножко соотносить. Скажите, как вы относитесь к типологическому опроснику Майерс-Брикс? К сожалению, про него ничего не могу сказать. Я... Спасибо. Спасибо. Нет, это даже будем считать не то, что рояль в кустах. Я о нем могу что сказать, но могу сказать другое. Вот в этой передаче я вышлю, конечно, QR-код для прохождения данной методики, но я могу сказать другое. Когда-то мы проводили корреляционный анализ связи личностных методик с методикой Майерс-Брикс. Майерс-Брикс – это, как бы сказать, попытка соотнести юнговские типы, именно юнговские типы, классические, юнгианские, да, вот. И в соответствии мы получаем очень интересные результаты, которые на самом деле вообще никак не коррелируют с тем, чем занимаются психологические тесты. То есть вот если большинство тестов хоть как-то друг с другом связано, Майерс-Брикс идет в стороне. В советское время была прибалтийская школа, вот, которая занималась этим направлением весьма активно, допустим, та же самая Аушра Августина Мичута. Но вот проблема была немножко в том, что в целом сейчас мы к этим моментам относимся очень и очень, я бы сказал, нейтрально. Хотя иногда вот люди, которые занимаются профориентацией, рекомендуют пройти типологический опросник Майерс-Брикс. Там даются классические типы. Вот я QR-код дам, вот слушатели пройдут, можете получить как раз результаты, то есть там будут характеристики ваши. То есть ваши роли, которые могут быть, да, вот в вашем случае более важны. Вот там 16 возможных типов личности, для каждого из них свои какие-то характеристики. И по факту такие биполярные шкалы даются. Ну, честно говоря, Майерс-Брикс, ну что дает, допустим, экстраверсия, интроверсия, потребность в конкретной информации или в обобщении, рациональное мышление или принятие решений на основе интуиции и ориентация на результат или на процесс. Вот. На основании этого делаются определенные выводы. Но по факту, конечно, я могу сказать одно, что этот тест, он может быть весьма интересен, но к нему нужно относиться очень осторожно, потому что все-таки, повторюсь, с точки зрения психодиагностики он своеобразен. Но вот что точно совершенно работает, это режим КТЛ 16ПФ, то, что вы сказали. И там, кстати, очень интересная шкала Б. Шкала B – это шкала интеллекта, я сразу поясню, это не в чистом виде интеллект. Это способность совершать решения, способность решать какие-то интеллектуальные вопросы, когда у человека возникают какие-то серьезные проблемы эмоционального плана. Насколько он может совладать с собой на момент решения проблем. Это не в чистом виде интеллект. Интеллект – это интеллектуальные тесты, которые можно, допустим, через прогрессивные матрицы Равена пройти, которые на самом деле идеально работают, и это прекрасная методика. Она годится для любой национальности, любого возраста, любого пола. Ну, у нас всего 2 пола, там любого выбрать сложно. Мы не в Европе, поэтому нам проще. Вот. А скажите, как вы относитесь, допустим, к тесту Домино Анстея? Знаком вам такой тест? Нет.
Вот в данном случае тест Domino Unstable тоже иногда помогает немножко решить эти проблемы. Ну, наверное, просто постепенно вы будете включаться в этот процесс, но я и большинству наших слушателей тоже это рекомендую. Тест довольно простой. Я дам QR-код непосредственно на тест Domino. Он довольно, казалось бы, не сложен, но действительно там даются косточки Domino. Из них нужно найти некоторые закономерности. Вот. Для меня приятно, что мои студенты постепенно находят эти закономерности, там быстро, кто-то постепенно, кто-то моментально, кто-то медленно, кто-то доходит постепенно через перерыв и так далее. Ну, сразу мы видим все эти закономерности. Вот. Но по факту, конечно, это важно. И еще один тест, который, конечно, с точки зрения, допустим, определения профессии, я очень рекомендую, это тест Амтхауэра. Да? Вот. Тест Амтхауэра, там он имеет 9 основных базовых задач – это осведомленность, исключение лишнего, поиск аналогии, определение общего, арифметический субтест, закономерности, геометрическое сложение, пространственное воображение и запоминание. Конечно, тест не простой, и здесь я сразу говорю, что если вам предлагают серию заданий за один день, вы должны понимать, не более 1,5 часов вы можете работать. Вот это вот очень важно с точки зрения тестов. Если вы будете, допустим, заниматься профориентацией или, допустим, профподготовкой каких-то людей, вы должны понимать, не более 1,5 часов мы можем людей задействовать. Mm-hmm. Почему? Потому что они устают. Ну, это состояние проверки, оно очень сильно напрягает. Ну, то же самое можно, наверное, это сравнить, как человек допрашивает. Он безумно от этого устает, он в напряжении, и мы должны это понимать. Вот. Но, с другой стороны, если мы правильно подберем эти тесты, они могут дать довольно неплохой результат, потому что за 1,5 часа мы можем сделать какие-то довольно интересные моменты. Вот, Иван, скажите, пожалуйста, какие еще тесты вы здесь рекомендуете вот, с точки зрения вашего опыта, вашего наблюдения? Mm-hmm. Mm-hmm. Безусловно, карты Гарана тоже эффективная методика. Если вы знакомы с ней, я могу поподробнее немножко про нее рассказать. На это там мы его даже, я больше скажу, модернизируем, потому что он из себя представляет 102 профессии. И этот тест был разработан там, в 60-е, 70-е годы, и там некоторые профессии устарели. И смысл в том, что вам дается 102 профессии на карточках, и вы их должны ранжировать. Эта профессия нравится, не нравится, не могу определиться. И на следующем этапе, когда человек распределил, третье, вот, не могу определиться, столбик, он убирается вообще. И следующий этап просят человека именно разделить на группы. А вот эти нравятся, не нравятся по любой причине, просто объяснить по этой причине. Когда он разделяет, выделить все-таки на третьем этапе генеральные причины, почему именно, вот, например, тебе вот эти профессии нравятся из всех уже групп, получается. И это такой метод рефлексии, чтобы человек понимал, почему именно данные профессии мне нравятся, за счет чего. Там, просят обычно 3-4 уникальных обоснования, почему нравится, и 3-4 уникальных обоснования, почему не нравится. И когда ты уже примеряешь на себя определенные профессии и такой понимаешь, вот это мне нравится, почему. И вот когда у тебя есть определенное уже понимание, то тебе дается, например, можешь отрефлексировать и понять уже, в каком направлении двигаться. Мне кажется, это очень интересная методика, которую можно использовать, но я думаю, что она немного устарела, потому что там водитель трамвая, я проводил это на 4 парах, почему-то никто не хотел, и там машинистка, и вот эти профессии мы попытаемся убрать, ну, и добавить. Машинист я не знаю, но в Москве водитель трамвая, у нас трамваи космические уже стали такие очень красивые, и это уже искусство, я могу сказать больше. Вот наши трамваи, я раньше видел это в других странах, вот когда у нас это появилось в Москве, допустим, да, это уже что-то особое. Но даже когда просто человек является водителем трамвая, иногда это некоторая романтика. Когда вот водят вот эти космические трамваи, типа московские, да, это уже что-то особое, потому что это искусство. Вот здесь я могу сказать одно, что здесь уже мы пришли к той тематике, что трамвай
стал романтикой. Раньше он был романтикой весьма условной, а сейчас это романтика особая, потому что это особое искусство. Ну, я надеюсь, в Екатеринбурге тоже есть такие трамваи, да? Или, ну, я, к сожалению, там не был, вот там не знаю. Длинные такие трамваи, которые условно 3-4 вагона занимают. Есть такие. Ну вот, это вот то самое. Поэтому водитель трамвая это уже становится профессией весьма-весьма, на мой взгляд, не то что престижной, но особой. И это с особым удовольствием, потому что это человек, который немножко напоминает программиста, когда он сидит за пультом всего этого дела. Поэтому здесь профессия немножко поменялась. Вот секретарь-машинистка, да, это немножко другое. Но раньше были стенографистки, да, мы можем говорить, есть транскрибация, но давайте немножко разберем, что такое транскрибация. Это, условно говоря, текстовая запись речи человека, транскрибация. То есть это перевод в текст того, что человек говорит. Но мы прекрасно понимаем, есть текст письменный и есть текст устный. Их нужно всегда различать. Устный текст – это называется стенограмма. Стенограммы читать всегда очень тяжело, потому что они сложнее воспринимаются. Секретарь-машинистка – это человек, который должна проникнуть, чаще всего, переводить текст из устной речи в письменную. Это работа та самая, которую сейчас техника толком не выполняет пока. Я думаю, в ближайшее время пока не научится этого делать. Вот поэтому это тоже профессия очень специфическая. Хотя есть отдельные профессии, которые, да, конечно, уже абсолютно устарели, но появляются новые, и слава богу. Поэтому здесь, наверное, есть вариации. Ну и, наверное, которые еще методика используется, это якоря карьеры. Они идентифицируют ведущие, просто, чтобы услышали. Ведущие профессиональные мотивы. Это определенные утверждения и насколько они важны в работе. 40 утверждений. Больше. От 0 до 10, там профессиональная компетентность, менеджмент, автономия, стабильность места работы, стабильность места жительства, служение, вызов, интеграция стиля жизни предпринимательства, это тоже дает определенную пищу для размышлений, понимать, что действительно от работы и что в работе важно именно, вот этот аспект какой. И мы ее тоже будем использовать для того, чтобы как раз понять, какую форму работы, что для студентов-психологов важно именно в будущей профессии. Именно для студентов-психологов или для других каких-то? Ну и для других тоже, просто работа направлена на выборка студенты-психологи. А, конечно, использовать можно любому человеку, который ищет работу. Что, да. Ну вот, смотрите, получается очень такая своеобразная тема. С одной стороны, в школах обучают. Ну вот, я когда учился в 80-е годы в школе, у нас было такое интересное явление, конечно, интересное. Учебно-производственный комбинат называлось. Там нас учили быть фрезеровщиками. Помните, даже шутка была такая, что все считали, что Федор фрезеровщик, потому что у него не было фаланги пальца на правой руке. Оказалось, он стоматолог. Вот. Но дело не в этом. Там обучали нас работать токарями, там, электромонтажниками и так далее. Нет, иногда это очень ценные вещи. И, конечно, что-то мне там нравилось, что-то я не принимал абсолютно. Просто когда все это насаждается, оно не носит ценности определенной. То же самое, что касается литературы. Когда нас нарочито заставляют, именно заставляют изучать какие-то произведения, мы их ненавидим потом всю жизнь. Это же касается иностранных языков. Допустим, пресловутый Soviet English, who is due to today? London is the capital of the Great Britain, да, вот условно говоря, это прекрасное советское произношение, которое, в принципе, менять особо, наверное, не стоит, потому что четко нас определяет, и наше отношение к тому, условно, на каком языке мы хотим говорить. Я когда-то своим британцам объяснял, что учите Soviet English, у вас выбора нет. Вот, они как-то так переживали, но а на самом деле это не шутка. Британцы потеряли идентичность, когда они дали свой язык в качестве международного, теперь в каждой стране этот язык немножко свой. И получается, английский язык потерял самоидентичность. Он потерял себя. Это своеобразная особенность, с которой, ну, есть китайский английский, есть индийский английский, есть намибийский английский, есть афроамериканский английский, есть канадский английский, да, они все разные, австралийский английский, они все очень разные. И если вы общались с этими людьми, вы понимаете, что абсолютно по-разному все это произносит.
Вот, поэтому, конечно, все это утрачивает самоидентичность. А вот когда мы говорим с вами о выборе профессии, этот момент тоже очень важный, потому что, с одной стороны, есть профессии, которые, ну, социально приемлемы и желательны, есть модные профессии. Вот к модным профессиям когда-то относился юрист. В свою бытность мы их настолько воспроизводили, что там юрист на юристе сидел, юрист там погонял, и самое страшное, уровень образования был очень невысокий. Мне это страшно не нравится, потому что сейчас очень много психологов, которые приходят, занимаются психологией, вот именно профпереподготовка. Вы выбрали более-менее уместную стезю, потому что все-таки магистратура, ну, это 2 года, хотя бы как минимум 2 года. Хотя, я думаю, все равно вам сложно, я полагаю, потому что материала очень много. Если брать ваше прежнее образование и брать, допустим, психологическое образование, вы понимаете, как много приходится изучать, как много приходится читать, наблюдать, смотреть, соотносить и так далее. Потому что профессия – это при внешней, казалось бы, простоте. У меня некоторые первокурсники сразу делают вывод, что они уже готовы консультировать. Один товарищ из Средней Азии ушел с факультета психологии на факультет стоматологии. Знаете почему? Я... Платят больше. Платят больше. Да, я объяснил, что он дальше пойдет как раз вот в гинекологи через полгода. Вот, у него своя логика, но я думаю, не дай бог такого специалиста никому, вот, потому что в целом это, ну, я бы сказал, это очень неудачный вариант. Надеюсь, он когда-то это поймет. Ну, с другой стороны, может быть, у него есть свои какие-то жизненные условия, но вообще-то нужно ориентироваться не на жизненные условия, а на то, как ты относишься к профессии. Если ты ее не уважаешь, то и профессия тебя тоже не уважает, это логично. Благо, это взаимный выбор. Скажите, а как вообще вам вот с точки зрения выбора психологии? Как вам эта профессия? Это профессия, это философия, это может быть в некотором плане просто немножко иная стезя. Там, как вы ее воспринимаете? Если честно, у меня пришла ассоциация, это любовь определенная, любовь к профессии. Я понимаю, насколько мне интересно именно постигать человека, личность человека и взаимодействовать с ней. И поэтому я пришел к тому, что это действительно мое. Если честно, у меня пришел такой момент, что у меня теперь нет никаких сомнений. Вот. А какая другая еще профессия, если честно? Вот. И немножко дополню ваше размышление. Да, психология во многом становится модной. Просто даже по набору можно судить. УРФУ отчитывается, что огромное количество людей на специалитет, бакалавр, это просто рекорды за рекордами. Если учитывать наше именно направление в магистратуре, это единственное магистратура. Ваше, вы сразу называете город, а университет, чтобы мы были в теме. Да, Екатеринбург, УРФУ, организационно-психологическое консультирование. Там набрали вот на это единственное направление две группы, 60 человек. Да, нигде даже близко нету. Там радиофак был, радиофак знаменитый наш, и даже там не столько людей нету. Огромнейший конкурс в этом году был. Чуть ли, я сейчас даже могу примерно восстановить, 9 или 10 человек на место одно бюджет, даже вроде 12 было. Поэтому действительно это модная профессия, нужно понимать, зачем ты туда идешь. Тебе это нравится или это просто мода, ну, и очень, очень хочется быть в тренде. И вот если у тебя есть понимание, что это твое, у тебя есть какие-то способности, то да, безусловно, нужно идти, но нужно понимать, что вот есть огромное количество людей, которые идут за трендами, а не за какой-то, не за каким-то своим призванием. Ну, здесь я могу дополнить, что пена, она всегда сходит, а суть остается. И неофиты, которые приходят туда, да, вот, и которые там с первого курса начинают консультировать, там объяснять какие-то вещи, они не понимают одной небольшой особенности. Психология – это очень своеобразная профессия, потому что это профессия первой группы риска. Мы работаем с людьми, а психолог традиционно, ну, нет, есть, конечно, случаи, когда ты работаешь с очень продуктивными, интересными, творческими людьми. Нет, такое тоже есть, это радость, это счастье, это здорово. А часто бывает, когда ты работаешь с проблемами, и эти проблемы бывают очень токсичными, непростыми, сложными. То есть психолог, он традиционно распутывает разные узлы, распутывает разные проблематики. И вот здесь вот нужно понимать, что через какое-то время
случается и пробдеформация, и выгорание, и так далее. Здесь нужно внимательно задумываться над тем, что у нас сейчас в университетах не дается на психфаках совершенно, а я ратую за то, чтобы это было. Это отдельный курс «Профессиональная сохранность специалиста». Есть у меня на эту тему на канале лекция, 2 часа 55 минут, если не ошибаюсь, она занимает, ну, такая занудная, длинная, там, как вести здоровый образ жизни и так далее. Но на самом деле эта тема очень серьезная. Нет, это не ОЗОЖ. ЗОЖ – это сейчас уже очень такая токсичная тоже тема, потому что ЗОЖники, понимаете, любая прекрасная идея через какое-то время становится токсичной. К сожалению, в обществе так устроено. То, что люди изначально считают, что это важно, ценно, целесообразно, через какое-то время они начинают ставить эту цель во главе угла, и она становится очень токсичной. Это случилось с Антифа, которая изначально была связана с борьбой с фашизмом, а потом стала сама по себе очень токсичной. Это случилось с Гринписом, который постепенно стал фриковым довольно. Да, если вы посмотрите, как гринписовцы себя ведут, они ведут себя крайне агрессивно, как пираты. Это касается феминисток, которые изначально идея прекрасная, потому что в целом, да, это было раньше, да, это было. И еще 100 лет назад женщина в университете – это бред, этого быть не могло. Мало того, только жены профессоров университета имели право подняться на балкон на втором этаже и посидеть, послушать заседание ученого совета, чтобы женщина была в университете никогда в жизни. Да, конечно, это было притеснение, все это было. Но вот постепенно все это превратилось в некоторые очень агрессивные, странные и крайне негативные моменты. И мы теперь понимаем, это тоже довольно фриковая структура. Слава богу, в нашей стране вот этот феминизм, он не нашел должного развития, чему я весьма рад, потому что... Ну, у меня был опыт, когда мои американки спрашивали, говорят, а у вас, вот ваши женщины-коллеги, они феминистки, говорят, а чего вы взяли? Говорят, мне отдали визитку, она мужская. Я говорю, да. Оказывается, женская визитка на Западе, она меньше мужской. Если женщина дает мужскую визитку, значит, она феминистка. Я не знал об этом. Ну, вот просто там есть даже вот такие моменты, которые немножко сказываются. Казалось бы, мелочь, но это важно. И вот когда мы говорим, допустим, о психологии как тренде, психологии как некоторой моде, о психологии как некоторой ныне уже очень популярной тематике, это, конечно, не очень хорошо, потому что чем больше людей там, тем больше идет обесценивание. Просто, ну, я объясню, в любой профессии специалистов очень мало. Это закон. Большинство неофитов очень поверхностно этим занимаются. Поэтому, конечно, здесь вопрос. Вот то, чем вы занимаетесь с точки зрения подбора, допустим, да, выбора профессии правильного, то, что более важно, ну, кто-то считает, он там гороскопами занимался, а потом решил заниматься психологией. Ну, или она, ну, неважно. Вот, и теперь называется психологом после полугода обучения или года. Ну, это не психолог, вы прекрасно понимаете. Поэтому здесь, конечно, будут у нас еще много интересных моментов, с которыми мы будем сталкиваться. Но все-таки вот профподготовка, профориентация – это все-таки очень важные темы, которые идут в первую очередь. Скажите, как название вашей диссертации магистерской звучит? Связь психологических особенностей с самоопределением студентов-психологов. Спасибо. Знаете, это очень хитрый вопрос. Человек, который не может сразу назвать тему своей работы, он немножко не в ней. А вы сходу ответили. Значит, все-таки вы подтвердили то, чем вы занимаетесь этим всерьез. На самом деле это очень важный момент, и действительно это очень ценно для меня, то, что это есть. Ну, давайте тогда под конец все-таки немножко резюмируем. Какие методики для родителей или, может быть, для старшеклассников можно посоветовать, чтобы они прошли в первую очередь с точки зрения профориентации, даже если психологов рядом нет. Ну, всегда есть интернет, но хотя, конечно, я рекомендую, чтобы у психолога можно было проконсультироваться, потому что если вы проводите любую диагностику, не все термины вам знакомы, соотносить их бывает сложно, и часто люди делают ложные выводы, а нужно понимать значение. Просто каждая профессия говорит на своем языке. И ваша склонность к различиям, про которые мы говорили, именно склонность к определенной профессии, это, наверное, безусловно, Голланд, Гарнер, Картегорана, матрица профессии, про которую говорила, она довольно простая и тебе дает
условно определенный спектр профессий, которые по мнению автора являются именно твоими. Ну вот я бы выделил вот именно основные, которые. Ну и Кител, это все-таки особенности. 16 которые... лет, не забывайте, у нас два Кител в психологии, и у Кител еще несколько методик. Но, Иван, здесь я могу еще, простите, дополнить. Все-таки есть еще тест Либбинах. Либбинах, правильно сказать, там целая у них семья этим занималась. Это психогеометрический тест. Изначально он был предложен Сьюзен Хеллингер, или Хеллингер, как ее по-разному называют, а потом Либбин сделал из нее немножко свою версию, которая абсолютно оригинальная, довольно интересная. Ее тоже можно использовать. Там нужно из 10 геометрических фигур нарисовать человечка. И на основании того, какие геометрические фигуры чаще всего используются, делается вывод, что за человек, чему он более предрасположен. Этот тест тоже очень хорошо подходит с точки зрения профориентации. Там сразу дается характеристика, и я бы его тоже мог дополнить, добавить, когда это тоже важно. И вот сегодня, ну вот в ролике я дам параллельно с нашим видео как раз этот QR-код. Ну и сегодня, завтра, послезавтра, как успею все это обработать. Ну что, коллеги, вот сегодня мы с вами пообщались с Иваном Хайдуковым. Действительно, тема очень интересная, и для меня приятно, что Иван постепенно нашел для себя свою стезю, не сразу, но я сразу говорю, что все приходит постепенно, знания приходят постепенно. Нет ни одного нашего опыта, который был бы случайным. И то, что вы выбрали для себя именно эту тематику, это весьма важно. А еще для меня очень забавно то, что мы с вами одинаково выбрали цвета. Да, бордовый цвет все-таки. И мы, кстати, не сговаривались даже. Я знаю, знаю. Но это у меня обычно. Но дело не в этом. Просто это тоже очень важно. Что такое бордовый цвет? Это не активность, не агрессия красного. Это уже, собственно говоря, констатация того, что мы чего-то достигли. Это функция бордового. То есть он не столь агрессивен, но он, в принципе, весьма уверен в себе. Это вот отличие от красного цвета, допустим. Ну, это вот к теории цвета, если будет интересно. Ну что, на мой взгляд, довольно интересная у нас такая содержательная беседа получилась. Что-то хотите дополнить, добавить? Вот, может быть, что-то посоветовать слушателям нашим сейчас? Никогда не поздно сменить профессию через тернии к звездам. И вот пример, что, да, потрачено много времени, но всегда есть шанс именно выбрать свою профессию и получать удовольствие, а не находиться, проживать момент от начала рабочего дня до конца. Мне кажется, это очень важно в жизни, учитывая, сколько времени мы уделяем работе в нынешних реалиях. Иван, скажите, а сколько передач вы снимали? Просто вы так хорошо держитесь, что мне даже интересно. Вот вообще, какой опыт у вас есть съемок? Ноль. Спасибо. Ну, значит, будем считать, что... весьма даже вполне. Ну что, коллеги, спасибо. Тогда сегодняшнюю тему мы завершаем. Будут вопросы, пишите. Ссылочки я дам, QR-коды по поводу методик тоже будут. Если, Иван, вам что-то захочется дополнить, тоже давайте высылайте, чтобы это было актуализировано. Вот. Ну, а сегодня мы с вами тогда беседу нашу завершаем. Спасибо, благодарю за внимание. Спасибо большое.